Но вообще, мне кажется, что вот эта вся финансовая политика с позиции БРИКСа и с позиции вот фондирования крупных коллегиальных средств, это неизбежно. Почему? Потому что сегодня большое количество крупных затратных проблем иногда просто невозможно решить одной страной. И возникают такие союзы экономическо-социальные. И без фондирования и без вот таких экономических, финансовых институтов невозможно продвигаться вперед. И поэтому это неизбежно. Но Старый Свет и Америка, конечно, с тревогой смотрят на это укрупнение. Они думают, что это вопреки. Вот если бы они все-таки поверили, что это естественный процесс цивилизационного развития, тогда, может быть, было бы легче дышать. Но пока ни один из наших политиков не может внятно разубедить эти вот и успокоить в этих опасениях Старый Свет и американцев.